Да. Привет-привет! Да, вы на канале Артём Little Real, да. У тебя сегодня новый конструктор Лего будем собирать. Да, тебе нравится собирать конструктор? Да! Ой, класс! Там. Да, сейчас папа откроет. И мы будем собирать. Да! Да! Да, папа! Ой! И инструкция, конечно же, да? Будем собирать же по инструкции? Ой, какой там дядя полицейский. Да, Тём, там дядя полицейский. Что мы будем собирать? Трактор будем собирать сегодня. Да, трактор, и там дядя водитель. Да, давай инструкция. Будем начинать с маленького. Так, это первый пакетик, да? Да. Да, нет, это сразу трактор. Давай трактор, хорошо. Сейчас. Высыпаем. Да! Высыпаем. Ого, сколько тут маленьких деталей. Так. О! Колеса ты сразу любишь собирать, да? Да. А папа тебе сейчас человечка собирает. Дядя собирает, смотри. Какой у тебя будет дядя. Да, дядя сейчас папа тебе соберет. Дядя, ножки вот, ножки есть. Опа. Есть дядя готовый. Ну, сейчас казочку, смотри. Еще каску оденем, да? Каска у него будет. Да. У него такой будет молоток. Молотком будет таким бить. Так, смотри. Будет камушки разбивать у нас дядя. Так, сейчас. Класс. Ой. Что-то не получается. Так. Что-то очень широкое. Ну, еле. Надо на самый краешек. Все, Тём, смотри. Дядя такой этот. Разбивает камушки. Ой, ты ему каску снимать любишь, да? Да, ты ему любишь снимать каску? Ой, что там? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Камушки забивает он, да? Да, сейчас папа будет складывать сам трактор. Да. Серая. И две такие половинки. Так. Раз. О. Что? Кош. То кош под трактор, да? Да. А, кош под трактор, да? Еще такие две. Вот, а, это под колеса. У нас будет. Да? Ой. А еще мне надо. Вот он. Хотя так еще наклейки смотри тут будет. Да? Вот такие тут наклеечки будут. Так. Мигалочки. Это мигалочки не растут. Ящички будет. Тут сидений нету. Желтая большая. Ну, тут мигалки надо открывать здесь. Да, тут и мигалки, и сиденья. Да, не, подожди, подожди. Чуть-чуть не мешай, не мешай. Не мешай сильно, да. Давай пока закрепит. Какие-то фонарики на любовь или что? Да, фонарики. Тут скамеечка только была где-то, папа видел. Там дядя сидит на такой скамеечке. Вот он. Далекая скамеечка, Тём. Дядя тут будет сидеть, так надо. Так, идем дальше. Один, два, три, четыре. Четвертое. Да, и каска. Ну, каску то дяде надо одевать. Надо дяде каску одевать. Вот у тебя дядя, одевает дяде каску. Надел? Да. Да, теперь дядя в каске, безопасность. Да, должна быть безопасность. О! Да? О! Так, папа складывает дальше. Так, есть, есть. О! Что?
Ну все? Да ты сразу хочешь кабину забрать, я так понял, да? Да, Тём? Ты сразу хочешь собрать кабину? Папе надо две такие коричневые штучки. Ну, две коричневые. Давай. Одна. Ой, молодец. Только одна, еще одна. Давай еще. Одна, еще одна. Две коричневые. Так, идем дальше. Ты ж помогаешь мне складывать? А теперь две серые такие. А ну давай, две серые, Тём, вот такие две штучки. Две серые штучки такие, а ну давай, ищи. Давай, ищи. Одна, давай еще одну. Серая, серая, Тём, вот такие две штучки. Ты мне одну дал, еще одна, где? А ну давай, ищи, еще одну, ищи. Вот она, нет? Она? Да. Да, так, нашли. Теперь две желтенькие такие, две штучки маленькие. А ну давай, ищи. Папа собирает кошек, наверное, тут сейчас. Ты будешь папе помогать кошек, так? Мне надо такие мигалочки. Видишь? Две мигалочки. Там у меня разные, что типа... Да, красная. Сюда желтая, да? Да, красная и желтая. Красная. И желтая. А, это у нас вот крыша будет или что это? Так, а, две штучки такие вот. Раз. И это у вас. Так. Ну, мы сейчас наклеечки будем уже клеить. Сейчас мы будем с тобой наклеечки клеить, да? И ты там что-то складываешь, Тём? Да. Да, тебе получается? Ты куш складываешь, да? А где наклеечки? Сына, где наклеечки? Ой, упали там, подними. Подними наклеечки. Коробочка, все попало. Подними. Давай, папа, вот клей сейчас наклеечки. Да, папа сейчас будет клеить на клеечки. Так, сюда. Ой. Не ровно. Опа. Опа, папа наклеил. Попа. Опа. Да, смотри, давай, будем клеить наклеечку. Будешь приклеивать? А ну давай, прижимай. Прижимай пальчик. Вот так, приклеил ты, да? Все. Не, стучать не надо, сын. Стучать тут не надо. Так, а это мы клеим сюда. И еще одна наклеечка. Крышу мы уже почти полтрактора собирали, да? Покажешь маме? Да, покажешь маме, что ты уже собрал? Да, ты трактор собрал. Ого! Красота! Да, Артём? А сколько там колесиков? Да. Это сколько получилось? Четыре, да? Что там слышно? Что у тебя там? Ковшик надо прицепить, да? Да. Сейчас папа делает. У тебя прицепить ковшик, да.
Ручку опускаем. Сюда вот так защелкиваем. Одну. Сейчас, подожди. Теперь попадем дальше. По инструкции тут дальше. Ага. По инструкции второй защелкиваешь. Так, опа, защелкнул. А и все. Всего лишь одеть кожу и все. О! Какой красивый у тебя трактор получился, да? Да. Кого не хватает? Человечка? Да? Кто бы работал, там не хватает, да? А где человечек, Артём? Где человечек? А ну покажи, так у тебя на столе он лежит. Ну вот, лежит у меня трактор. Дядя там работает, видишь? Он вышел с трактора. Ты хочешь туда его посадить? Да. Да, трактор. Ну давай посадишь его с трактора. Сейчас мы будем камушки этим обить. О, дядя там сидит, да, в тракторе теперь? Да. И будет ехать, да? На задание куда-то. Да? Ты забор будешь грузить? Да, ты будешь папе помогать строить? Ну давай, по вези будем строить. Перевез? Молодец, папа так поставил. Папа поставил. Тут столько что лишних деталей получилось. Там. О, что-то ты привез. Куда-то там заглушечка идет. Да. Спасибо, что посмотрели. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока.